Весна в регионе стартовала с викторины, посвященной году семьи. Участвовать может любой совершеннолетний житель Рязанской области. Для того, чтобы испытать удачу и получить один из 1500 ценных подарков, нужно пройти регистрацию на сайте семья62.рф и сделать скриншот своего QR-кода. Активировать его помогут волонтеры, которые будут работать в пунктах викторины вблизи участков для голосования. Как повысить свои шансы на выигрыш, рассказал заместитель президента торгово-промышленной палаты Рязанской области Евгений Сорокин. Волонтеры будут одеты в брендированную одежду, у них будет бейджик «Волонтер», и любой житель, идя по пути на избирательный участок, сможет активировать свой QR-код. Но если участник викторины сделал это 15 числа, то он имеет возможность поучаствовать в розыгрыше 6 раз, потому что розыгрыши будут проходить каждый день, 15, 16, 17. Два раза в день. После регистрации участникам необходимо ответить на 4 несложных вопроса на тему демографии. Например, сколько детей, на ваш взгляд, должно быть в семье, какие меры поддержки смогут увеличить демографический потенциал нашего региона и другие. Для нас это ценно, повторюсь, для нас это ценно, что мы получим ту информацию, которая будет необходима в дальнейшем для разработки программ поддержки. Причем статистику проанализируют не только в торгово-промышленной палате нашего региона, но и в областной думе Рязанской области. По словам организаторов викторины «Семья России», это поможет расширить меры поддержки семей и улучшить демографическое благополучие нашей страны. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».